В настоящий момент большинство автолюбителей предъявляет шинам повышенные требования по безопасности и износостойкости. Модель, которая специально разрабатывалась для стран с неудовлетворительным дорожным покрытием, Michelin Energy XM2. Многим отечественным автолюбителям знакома ситуация, когда встреча с особенно коварной ямой заканчивается в ближайшем шиномонтаже. Причем, согласно правилам эксплуатации, шину с грыжей, а тем более с боковым порезом, необходимо заменить. Чтобы не ввергать потребителя в такие расходы, специалисты из Michelin разработали для Energy XM2 инновационную технологию изготовления боковины. Также не обошлось и без химической магии. Состав резиновой смеси без преувеличения можно назвать уникальным. Закрепляет успех рисунок протектора, сначала смоделированный на компьютере, а затем прошедший многочисленные тесты. Результат. Крепкая надежная шина с увеличенным на 20% пробегом и отличным поведением на всех типах покрытий. Итак, давайте вместе с нашим специалистом разберемся, что превращает Energy XM2 в короля дорог российских регионов. Летняя шина Michelin Energy XM2 как нельзя лучше подходит для использования на российских дорогах. Да, это действительно так. Дело в том, что при разработке этой модели использовалась новая технология IronFlex, которая придала этой шине исключительную прочность, что невероятно важно при использовании покрышек на дорогах с неудовлетворительным качеством покрытия. Помимо специальным образом укрепленной боковины, эта модель имеет еще ряд преимуществ, а именно новый эластичный состав резиновой смеси, содержащий кремнезем, обеспечивает невероятно высокие сцепные характеристики как на сухой дороге, так и на мокрой. Увеличенная площадь негативного профиля протектора и развитая сеть водоотводящих каналов крайне быстро и крайне эффективно выводит воду из пятна контакта, что обеспечивает высокий уровень безопасности при езде по мокрой дороге. А чем еще шина отличается выгодно по сравнению со своими конкурентами? Для этой модели, как и для других моделей Michelin линейки Energy, характерна топливная экономичность, высокая износостойкость и акустический комфорт. Шина Michelin Energy XM2 обладает уникальной конструкцией ламелей. Что это дает? Дугообразная конструкция ламелей дает увеличенную жесткость блоков протектора, что обеспечивает большую безопасность при передвижении на скользких и мокрых поверхностях. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что качество шин ведущих шинных брендов никоим образом не зависит от страны производства, потому что технологии и контроль качества на всех заводах у основных производителей одинаков.